В общем, обзор номера вот этого. Так, вот тут кнопки нажимать, если что-то нужно убираться, и нельзя беспокоить. Глазок имеется. Входим в комнату. Ну, как всегда, карточка для электричества. Ну, а на троих дали вот такой вот номер. В принципе, нормальный. Не, идеально, конечно, для двоих. Ну и как бы ребенок здесь, все в порядке. В общем, вот это вот весь номер. Мини-бар. Безалкогольный. Это я уже тут прикупил пиво. Нормальные шкафы. Как всегда, все как обычно. Так, что еще тут? Резеток хватает. Убирают каждый день. Что еще? Убирают каждый день. Убирают вроде бы нормально. Ну, еще пару евро подкинешь. Вообще классно имеется. Наличие чайник, кофе, там всякий сахар, чаи. Вот. Клима. Пульт от климы. Клима работает, все в порядке. Вот так вот и нажимаешь. Сейчас включится, блин. Вот она, клима. Вот. Чик, пошла работать. Пока отключу. Все, сейчас закроется. Телевизор. Куча. Так, почему она не выключается? Сейчас я выключу. В общем, вот телевизор, куча турецких каналов, куча русских каналов, куча украинских каналов, ну, все, что надо, телевизор, не знаю, кто смотрит, но, в общем, пофиг. Так, туалет, ванная. Ванной нету, но есть хороший душ. Вообще, душ мне нравится. Вот такой вот, изъянов я не вижу никаких, все в порядке, шампунь там, ну, вот так вот. Конечно, можно придраться там где-то, что-то где-то. Вот, например, вот это. Да, но это нормально все, я считаю. Ничего страшного. Фен. Зеркало с подключателем, со светом. То есть, вот куча всяких принадлежностей. Зубные щетки даже вот такие вот. Зубная паста, шампуни всякие, мыло. Даже пилочка есть для ногтей. Это не знаю, что. Ну, даже не смотрел. В общем, куча всего. Полотенце тоже каждый день меняют, убирают. Ну, все в порядке. Как бы. Меня прикалывает, когда стоишь вот так вот, моешься, и можно смотреть на себя в зеркало. Вообще классно, мне нравится это. Вот. Все чисто, вот я не вижу никаких изъянов. Убирают чисто. Вот так вот. В общем, вот это был... Была ванна и душ, туалет, да. А, кстати, вот туалет я таки ни разу еще тут не, вообще не видел. Такой вот прямоугольный туалет. Ну, ничего, вроде нормально, чисто, все классно. Ну, претензий нету. Во всяком случае, у меня, может, у кого-то и возникают такие претензии. Какие-то мусорное ведро там, что еще, как обычно, все. Так, но вообще... Классно, что здесь вот вообще мы это заказывали, чтобы не был вид на море, ну, чтобы как бы подешевле типа того. Но оказалось, что вид на море. О, я сигару не докурил вчера. Ну пофиг, ладно. Так, вот вид на море, пожалуйста. Мы по центру, центровые, самая центральная вот часть, вот. И вид на море вообще классно. Вечером идеальнейший. Идеальнейший. Тут вот сидеть не нужно, на море идти никуда. Там вечером был вчера ветер. А здесь вообще вот так вот все загорожено от ветра. И вообще классно. Так вообще, ну просто идеальнейший. Вот. Пододвинул сюда стол. Стулья, сидишь, блин, наслаждаешься видом на море, все классно. Вот приобрел вот такую вот еще там в Германии такую вот
в самом дешевом магазине такую вешалку. И она оказалась как раз кстати. Вот прищепки тут такие, встроенные прищепочки. И это очень даже кстати оказалось. Вот я разогнул немного там, чик. Она никуда не уходит, все классно, можно вешать хоть что. Потому что вот эта встроенная вешалка, она мало ее. Что, три полотенца повешала, все. А трусы мокрые куда? Ну вот так вот и. Ну, в общем, все прекрасно. С каждым днем нам тут больше и больше нравится. Обслуживание классное. Еда устраивает. Я не привередлив. Еда устраивает. Вообще, мне нужно даже меньше кушать, я так считаю. Ну, в общем, нормально все. Вот бассейн мы им не пользуемся, потому что там хлоркой пахнет. Ну, это нормально там, как бы, да и те обеззараживают. А это море идеальное. Море вообще классное. Тепленькое такое, чистейшее. Классно. Что еще сказать? Вернемся в номер. Вернусь в номер. Как бы... А, клемма уже выключилась, все. Нормально, свет, все работает. Вон, чик, вот такой вот. Такой свет, все работает. Претензий никаких, чё, блин. Вообще, с номером, я считаю, повезло. С таким видом на море, это вообще прекрасно, вон. Море идеальное. Ветров пока сильных не было. Волн тоже сильных не было. Чистейшее море. Это маленькие камни, гадечка такая. Тапки в наличии. Нормально. Все в порядке, в общем. Сейчас вот беру пивас. Иду на море. На пляжик. Все, пока. Это выглядит вечером. Уже, ну не вечером, ближе к вечеру. Какая-то сегодня он будет развлекаловка. Он там уже готовится там все. Уже все ушли с пляжа. Ушли и сейчас как бы мы тоже ушли, помылись, готовимся к ужину. Потом пойдем гулять в город. Что, кто-то даже катается на парашютах там. Неугомонные, блин. Хорошая охрана здесь. Вон два охранника. Вот они. Постоянно пасут, что очень радует. Даже я смотрел вчера в час ночи, они тут все смотрели и охраняли. Это очень классно. В общем, все хорошо. Вот сам отель. И мы по центру. Центровые.